числе льготников у нас беременные, кормящие женщины по медицинским показаниям, дети в возрасте до 3 лет по медицинским показаниям, а также три категории, которые без учета медицинских показаний – дети до 3 лет из малоимущих семей, дети участников СВО и дети-инвалиды. В зависимости от принадлежности к льготной категории определяется ежемесячный размер. Так, беременные кормящие ежемесячно получают на электронный сертификат сумму в размере 800 рублей. Дети от рождения до года получают 6500. И от годика до 3 лет размер ежемесячной льготы составляет 2000 рублей. С помощью электронного сертификата граждане могут на свое усмотрение приобрести продукты питания из определенного перечня. Это сухие смеси, каши, молоко, кефир, ряженка, сметана, творог, детские консервы и так далее. Приобретение продуктов питания можно осуществить либо в магазине «Пятерочка», либо на «Озоне». Электронный сертификат – это замена продуктов с молочной кухни. И он назначается в беззаявительном порядке в органах социальной защиты. Если сертификат назначается по медицинским показаниям, то у нас ежемесячно поступают сведения с медицинской организации. И срок электронного сертификата определяется уже на основании сведений, которые установлены медицинским учреждением. Если сертификат назначается льготным категориям граждан, то период его назначения зависит от того периода, на который семья относится к льготной категории. Электронный сертификат назначается любому из родителей при условии подключения к карте МИР, к единой карте жителя Ямала. Но в том случае, если карта МИР подключена у обоих родителей, в приоритетном порядке сертификат назначается матери ребенка. Для обеспечения электронным сертификатом необходимо соблюдение ряда условий. Это наличие гражданства Российской Федерации, либо вида на жительство для иностранных граждан, постоянное проживание на территории Малнецкого автономного округа и подключение банковской карты МИР к единой карте жителя Ямала. Для того, чтобы подключить карту МИР к единой карте жителя Ямала, в обязательном порядке нужна регистрация на портале госуслуг с подтвержденной учетной записью. Здесь хочется отметить, что постоянное проживание на территории Малнецкого автономного округа можно подтвердить не только регистрацией по месту жительства, но и регистрацией по месту пребывания. В том случае, если отсутствует регистрация по месту жительства и по месту пребывания, подтвердить постоянное проживание может комиссия органов социальной защиты на основании иных документов, которые имеются в распоряжении у гражданина. Либо это документ, подтверждающий владение жильем на территории Ямала, осуществление трудовой деятельности, либо обучение по очной форме и различные другие документы. В случае необходимости орган социальной защиты и многофункциональный центр оказывают гражданам содействие, помощь в подключении единой карты жителя Ямала. Дополнительную консультацию по интересующим вопросам можно получить по телефону консультационного центра 8 800 1000 001.